Я думаю, что она ненормальная, если честно. Здравствуйте. Думаю, что она ненормальная, и девочка, которая таким образом пиарится на всю страну, это просто отвратительно, и мне стыдно за ее родителей, в общем, это все. Не, подожди, но мы же не знаем, я смотрел передачу. А что мы не знаем? Ну как неизвестно, она за несколько дней в Инстаграме набрала 1 200 000 подписчиков. Она выходит в прямые эфиры, спрашивает, ребят, на какие темы хотите поговорить? Это не значит, что она что-то плохое сделала. А зачем этого вообще идти пиариться с такой темой куда-либо? В принципе, если такое случается, люди идут в полицию, разбираются. Так там же все было. Да, конечно, все было. Я смотрела выпуск. Ну и потом ты знаешь, что она сама туда приехала, и все случилось как бы по доброй воле. А потом она уже пошла рассказывать.